Как известно, московский Кремль построил азербайджанский Зочи Кяремли, а город Сеул назван азербайджанцами. Да-да, друзья. Например, во втором веке до нашей эры азербайджанский мореплаватель, древний азербайджанский мореплаватель Али Гасан Кюрдямир Оглы Мамедов отправился открывать Дальний Восток. И у берегов, Японского моря потерпел кораблекрушение, вернее, вся его каравелла. Все погибли, в живых остался только сам Али Гасан, потому что волнами его выбросило к берегам острова Инчхон, это недалеко от Сеула. И когда он доплыл до берега, его встретили местные жители, аборигены корейского полуострова, и стали кричать что-то на своем «Чосон, Чосон». Естественно, благодарность Тенгри, тогдашнему еще их богу, азербайджанский мореплаватель стал орать, восхвалять бога за свое спасение, благодарность. И всем этим людям корейского полуострова он стал кричать «Саул, Саул!». Местные жители услышали это «Сеул, Сеул!», так и стали называть свой населенный пункт Сеулом, который возросся далее и стал таким огромным мегаполисом. Так он и стал называться далее, уже Сеулом. И все мы знаем его уже под Сеулом. Вот это, кстати, потомок того самого Али Гасана Кюрдямир Оглы Мамедова, который стал впоследствии императором всего этого корейского полуострова, как основателя города уже Сеула. Вот так меня иногда плющит после того, как я что-то покурю и просыпаюсь утром. Не обращайте внимания. Спасибо. А еще мало кому известно, что азербайджанский язык – это один из разновидностей древнеанглийского языка. Иначе говоря, он образовался в синтезе английского и иранского языков. И только в Азербайджане теперь говорят на полном азербайджанском языке, так как две остальные его составляющие – азери – говорят в Иране, а Бейджан, что разновидность английского, в стране Барбадос, на Карибах. В Иране на Азери, в Барбадосе на Бейджане, а в Азербайджане на Азери Бейджанском. Основанная на лжи история Азербайджана также легко и быстро модифицируется под систему, как и его заказчик, президент Азербайджана, который легко и быстро сменяет амплуа от кавказского джигита до тюрка-друга степей среднеазиатских. А теперь о главном. Знаете, что я понял недавно? А ведь азербайджанцы комплексуют, и к этой мысли меня привели два факта. Одно дело, когда есть нефть, деньги, пусть даже и не приносящие особо пользы народу Азербайджана, но на них можно купить имидж, хоть какой-то имидж. Например, устраивать какие-то масштабные конференции в Баку, Евровидение, всяко-разные ралли и прочее, чтобы заявить о себе миру. Впрочем, это все, что можно сделать Азербайджану на свои деньги. У них нет ни композиторов с мировым именем, вроде Хачатуряна, ни произведения классического, вроде балета «Спартака», ни музыки, вроде «Шербурских зонтиков» Мишеля Леграна, ни «Девятого вала», как у Айвазовского, ни изобретателей, ни нобелевских лауреатов, никого. Все местечковые. В мире их особо не знают. Только слышат, что есть такие мини-турки у Каспия, которые постоянно говорят о плохих армянах и бахвальствуют очередным небоскребом в Баку, чем давно в мире уже никого не удивить. Дошло до того, что ряд деятелей армянской интеллигенции стали в Азербайджане не относиться к армянам. Например, Саят Нова, Арутюн Саядян. Его записали в азербайджанцы. А что остается делать? В Азербайджане были и есть хорошие ашуги, но гениальных-то не было. Даже Арама Хачатуряна лишили армянства и приписали его к евреям. Видимо, подумали, что уж чересчур будет жирно столько гениев приписывать одному только азербайджанскому народу. А ссылку на то, что он еврей,
обозначили из сайта «Сатира и жизнь». Они даже не побрезгали шутку обратить всерьез. Понимаете? А чтобы его хоть как-то тоже обвинить в плохости Хачатуряна, ведь фамилия-то на «ян» все равно заканчивается, написали, что, дескать, еврей Хачатурян воровал азербайджанскую музыку. Обалдеть! Это автор «Спартака», «Танца с саблями», «Гаяне», автор «Маскарада», величайших произведений, воровал примитивную азербайджанскую музыку. Не Мугам ли, который тоже не имеет отношения к азербайджанцам и родился в арабском Багдаде с названием «Махкам»? Десятки армян имеют звезд на одноименной аллее в Лос-Анджелесе. А кто у вас там? Да ни одного. Как сказал мудрейший Ницше, завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться. Согласитесь, правильные слова. Даже если половина известных армян вы запишете в азербайджанцы или там в еще кого-то, то останется столько же армян, которые творили и творят, созидали и созидают, от нобелевских лауреатов до элементов периодической таблицы Менделеева. Именами Армении и армянскими деятелями названы десятки объектов мира в Сингапуре, в Гонконге, Индии, Италии, Испании, Португалии, Сан-Паулу, Аддис-Абебе и других десятках других стран и городов мира. Вам, азербайджанцам, до всего этого не дотянуться. Армяне проповедовали христианство в ранней Латинской Америке индейцам, благодаря чему топонимы с названием Армения есть в Колумбии, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Белизе. Армянин сделал первый перевод Библии на китайский язык, став тем самым одним из первых синологов мира. Армения и армяне упоминаются в первых исторических книгах мировых авторов Страбона, Геродота, Иосифа Флавия, Плиния. Армения и армяне имеются в классическом многотомнике «История человечества», над которым трудились десятки светил Европы и Азии XIX века. Но об азербайджанцах ни слова в них. Можете сами, кстати говоря, проверить. Вы вообще проверяете, о чем я говорю? Вы, наверное, не делаете этого, иначе бы вас давно инфаркт схватил. Но сделайте хоть раз, я уверяю, сделайте. А то вы же говорите, что Арутюнов все врет. Проверьте мои слова на подлинность, не бойтесь. Просто больше знать будете, не более. Далее. Армяне и армянская удаль много раз упоминается в одной из известнейших книг ислама «Футухаш-Шам», «Завоевание Шама мусульманами», автором которого является один из известнейших исламских историков начала IX века Аль-Вахиди. Страницы за страницей он описывает, как сражались армяне за Шам, за Сирию, что армяне были свидетелями одного из подвижников ислама Абу-Бакра. Армянин Джордж вместе с 30 тысячами армян атаковал Шурахбиля бин Хасана, писца-посланника Аллаха, и оттеснил сахабов со своих позиций, пишет Аль-Вахиди в 56 главе «Отвага Зубайра». В главе «Препятствия» говорится и о мирных жителях. Ибн Джафар спрашивает, сколько там мирных жителей и солдат? Проводник отвечает, там на ярмарке более 20 тысяч гражданских лиц, включая римлян и армян. Итак, по всем главам говорится об армянах. А вы говорите, армяне из Индии, Балкан, бог знает откуда. Армяне – живые свидетели истории Ближнего Востока и свидетели первых овечьих навозов, с которыми пришли в регион ваши предки, когда в XIV веке они стали расселяться по лугам Кура-Араксинской низменности и Персии. И это тоже вас ущемляет и наводит на зависть. Термин «Арцах» в 20 веке придумали, вы говорите. А как же российский историк и языковед 19 века Александр Худабашев? В 1859 году в Санкт-Петербурге он издал «Обозрение Армении», где, перечисляя области Армении, рядом с 10 пунктом пишет «Арцах» и в скобках «ныне Карабах».
цари и дворяне армянские где похоронены. Да запросто, пожалуйста. В том числе в Париже Ливон V или Саак Армену в итальянской Равенне. Там его гробница. Армяне, как свидетели автохтонных народов региона, чеченцы, лезгины, грузины, византийцы, средневековая летопись грузинского историка IX века Иосифа Мровели «Житие картлийских царей» начинается с армян, с первой же главы. Кавказские народы, армяне, картлийцы, раны, моваканы, эры, менгрелы, леки и кавкасионы были детьми одного отца, которого звали Таргамус, и который через отца своего Таршиса и деда Иафета восходил к библейскому Ною. Странно, что Мровели не упомянул здесь азербайджанцев. Чеченцы для изучения своих корней едут в Мацедонаран и обращаются к армянским источникам. Если армяне пришлые, то откуда у армян летописи на родном языке о соседних народах Кавказа, Закавказья, Ирана, Анатолии и Ближнего Востока? Самое раннее письменное упоминание о кистинцах, это чеченцы Грузии, в армянской географии Ашхарасуиц 7 века Анании Шаракацы. Даже в той же Византии император из армянской македонской династии Константин Багрянародный, по-армянски Константин Тиранацин, оставил в середине X века уникальный трактат об управлении империей. Это бесценный источник по истории Руси, армян, грузин, печенегов, венгров, хазар и ряда других народов. А что оставили вы? Да ничего. Оттого и приходится вам время врать, воровать и по большей части у Ирана, у иранских народов, у тех же талышей, которые ближе всех ближе вам. Сначала были таты, но покуда их уже не стало, далее у талышей. И воруете вы у иранских народов, начиная там от Низами, кончая Бабеком, Хуррамитом. Вы говорите, что Саят новоазербайджанец, потому что, видите ли, на азербайджанском он написал больше, чем на армянском? Примитивно мыслите. В таком случае Низами вообще ни строчки не написал на азербайджанском. Тогда почему же он азербайджанец? В общем, мне жаль ваше поколение. Жаль, что в ваших головах не свет науки, а ее тьма. Видимо, по этой причине вы не цените чужие головы. Вы завидуете этим головам, а топор вам в помощниках горазд. Вот поэтому и есть антитопор. И будет, несмотря ни на что. Это касается и армян тоже, которые продали душу дьяволу, абы как Романа Бабаяна, или как его там, Багдасаряна. Увидимся.